СНТ «Золотое руно», земельный участок 5 соток, домик 50 квадратных метров. Лицевая сторона и штакетника хорошего качества. Здесь идут ворота 4-3,5 метра. Вот здесь сразу же можно поставить машину, запарковать, чтобы на аллее не стояло. Сейчас перейдем к самому домику. Калитка. Заходим. Участок правильной формы, замежеванный. Вот его лицевая сторона одна. Домик пол кирпича, окна стеклянные. На участке имеется колодец. Далее там идет туалет. Вот эта вся площадь, она либо под газон, либо еще под что-то, кому как удобно. Ленточный фундамент, продухи здесь есть, пол не сгниет, вот они. Вот так, свет получается заведен от столба со счетчиком СИП, и там дальше медь идет. По дому не разведено, кому нужно будет, делают под себя, как им удобно. Было. Дом состоит из двух комнат и получается котельная прихожая или кухня прихожая, кому как больше нравится. Получается, вот здесь идет вход. Пол здесь уже и есть, 50-ка. Вот. Перекрытия идут деревянные, массивные, рубленые. Можете обратить внимание, какие здоровенные столбы. Вот. Вот дверной проем получается вот так. И дальше мы проходим в саму комнату. Комната приблизительно квадратов 15-20. Если вот так вот посмотреть. Такая вот она. Одно окно выходит, получается, в огород. Второе на аллею. Так. И еще второй этаж. Вот лестница. Вот лестница. А вот второй этаж. Стропильная система. Доски хорошего качества, если обратить внимание, посмотреть хорошо. На крыше идет рубероид, гидроизоляция. Вот еще одно окно. Рубероид, гидроизоляция. Вон стык идет сам по себе. Вот. Сейчас дождь шел, ничего нигде не бежало. Вот. А в дальнейшем, конечно, крышу надо чем-то постелить на нее. Либо металлопрофиль, либо еще что-то. Вот. Черновой вариант второго этажа есть. Вот. Далее каждый будет делать под себя, как он хочет. Вот так вот примерно.